Всем привет, с вами Геленджик Лайв. Сегодня 27 июня, мы находимся в Тонком мысе. Решили сегодня приехать сюда, покупаться в открытом море. Доехать можно на автобусе номер 5. Ходит он с Толстого мыса на Тонкий и обратно. Садитесь на него, доезжайте до конечной Тонкого мыса и по дорожке немножко идете вперед. По дорожке продвигаетесь в сторону окончания Тонкого мыса. Вот здесь тоже многие рыбачат. Сами здесь гуляли, классное место. Продолжаем движение. По дорожке проходите вперед. И наша цель, сейчас покажу. Сейчас будет виднеться такое оранжевое здание, называемый Торик. Это апартаменты. Вот здесь, вот нам сюда нужно. В общем, вы идете по асфальту, по асфальтовой улице. Улица какая здесь, не знаю, здесь даже не написано ничего. А нет, улица Набережная называется на самом деле. Вот. Идти осталось совсем немножко. Проходите мимо охраны. И в вашем распоряжении пляж. В любом месте садитесь. Там еще и крабики есть. Да, в открытом море. Можно крабов половить. Вот мы идем, а впереди есть шлагбаум. Вот нам в этот шлагбаум нужно пройти. Сюда вот. Написано, выход, проход на набережную, пляж свободный. Проходите. Пляж не знаю, но так давно уже висит табличка. На самом деле все купаются, никто на это внимания не обращает. То, что пляж не сдан, это дикий пляж. Видишь, какое тут такое? Прям. Стоит все, разрушается. Можем здесь пойти. Здесь были зимой. Воды было, здесь камешки, просто было все сухо. Очень много медуз. Видишь, люди купаются. Нам здесь это место очень нравится. Единственное, конечно, это вот удручает. Такое все заброшенное. А? Да нет, там может 2-3 человека, может быть, живет. Но судя по тарелкам, немногие. Ну, многие просто приезжают, может, там как-то на пару недель. Народу много все равно. Но дно здесь классное. Вода в нос не попадает, если ты не переворачиваешь. Не бойся. Мы можем здесь где-нибудь сейчас присесть. Здесь, опять же, пляж никто не убирает, поэтому здесь палки выносят и какой-то мусор. Ну, такое прикольно сделали. Смотри, какая прям, да? Это, мне кажется, специально так сделали. Я так думаю. Вот можно дальше пройти, можно здесь. Ну, вот обычно вот это место вот самое такое, самое классное вот это вот здесь вот. Можно здесь разместиться. Когда были здесь зимой, волны, ну, и когда была здесь, они доходили аж вот до лестницы, вот до сюда. То есть Вика даже умудрилась ноги замочить. Можете представить, да, насколько там сильно очень бушует море, особенно когда сильные ветра. Вот, мы стояли зимой вот на этом пьесе вот здесь, и то доставали брызги, были все сырые. Но было, конечно, безумно интересно. Здесь очень много крабов, вот здесь, в камешках. Сам ловил, может быть, сегодня кого-нибудь удастся поймать. Вот. И, в принципе, очень много охотников, ну, вот, любителей подводной охоты. Потому что, в принципе, вот даже мужички ныряют. Но море сегодня спокойное,
полный штиль. Это очень классно. И прозрачная. Ну, спуск в воду, видите, как, какой, да, здесь камешки. И большие, и маленькие. Море чистое. Все хорошо видно. Такие вот у нас крабики здесь водятся. И подбежал. Под тебя, что ли? Да, под меня прям. Крабик. Он его в море отпустить. Сейчас, подожди. Давай выпустим. Сейчас. Ой, смотри, это что, краб? Да? Что-то не хочет он. Привык уже ко мне. Все. Все, там он сейчас плавает. Все, спрятался. Рекушка оказалась не пустая. Внутри ее есть житель, который сейчас должен показаться. Вот, начал вылезать. Краб-отшельник начал вылезать. Ах ты. Сейчас пытается зацепиться за мою ногу. И полегче, парень, полегче. Да, он цепляет, пытается пернуть ракушку, а так как ракушка моя моими коленками зажата, он, короче, пытается ее перевернуть. Вот так. Но он не отчаивается. Все пытается. Ай. Прикольная штуковина. Вот видите, вы уже видели, как выглядит рак-отшельник. Выгоняет у нас из ракушек. Посмотрите, какая красота. Вот здесь видны прямо. Здесь крабов очень много. Очень красивые камни. Камни очень скользкие, поэтому туда, наверное, не полезу сейчас с фотиком. Можем навернуться. Сейчас так вот мы сделаем аккуратненько. Аккуратненько. Водичка прозрачная. Может, сейчас что-нибудь где-нибудь увидим. Крабиков. Вон так, пожалуйста, вот он. Сейчас его. Ай, там ползает. Ползает от нас краб. Уползает. Блин, сейчас возьмем. Здесь детишки просто играли, ловили крабиков. Поэтому оставили. Оставили вот такую вот они. Баночку. Баночка типа ловушки. Понимаю. Вообще здорово, и рыбок здесь очень много различных. Какая-то рыбешка плавает. Не, ну если я бухнусь в воду,
и замочу свой фотоаппарат, мне придется покупать экшн-камеру. Ничего не видно, к сожалению. Ничего абсолютно. Попробуем так сделать. Вот так вот, оп. Рыбка. Шустрая рыбка очень. Очень, очень быстрая. Вот он, пожалуйста. Только руки засовываешь, уже выбегает краб оттуда. Это то же самое, что пробовать. Оп, 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 оп. Сразу. Оп, побежал. Побежал. Ну, шустро бегают. Шустро, ребята. Спасибо еще. Мелкие, все мелкие. Ну ладно, в общем, здесь очень красиво, место классное. Детишкам тоже есть о чем. Ну, большая рыба, я вижу. Сейчас я увеличу, на увеличение несколько покажу. Реально большая рыба. Плохо видно совок. Рекомендую место, если кто-то хочет скупаться в открытом море, дойти до сюда легко, дойти при этом автобусе, пешочком пройдете и будете на классном пляже, на диком пляже. Но, пожалуйста, не забывайте убирать с собой мусор. Че, ребят, краба видели? Какой тут вот такой краб сидит. Да ты что, серьезно? Вот тут. Давай попробуем его поймать. Рыбы, да, рыб много здесь, очень много. Почти его вытащил. А то можешь на меня поснимать. Там видно. Классная. Смешно, конечно. Я его почти вытащил. Это вы сегодня вытаскивали краб, да, там для девчонок каких? Да. Что, он вытащит, он сейчас... Возьми в лук, ты не переживай, не, то есть ничего с ним не будет. Просто вот так, да, держи. Там же вот это видно, в объектив. Вот смотри, какой. Ой, бляха, мух, как он меня зажал. Ой, не надо, давайте его отпустим, он беременный. Отпустим, конечно. Я под... Ай, больно. Ой, можно показать. Можно я покажу родным? Ай. Возьми его за этот самый, не бойся. Он за пальцем. Да, сбоку бери, вот так вот, бери вот так. Вот. Так, где его? Вот такой я. Держи, не бойся, он до пальцев не достанет. Сейчас я руку освобожу. Вот, берите. Вот, ай, подожди. Аппарат можно сейчас вот. Он единственное, что можешь сделать, это меня ногой зажать. Да не зажми, не бойся. Я могу сейчас, можно показать родному? Главное сейчас где-нибудь не навернуться. Я могу... Посмотри. Это девочка. Смотри, какой еще есть. Но этот я уже не смогу взять. Этот ты. Давай возьму свой аппарат. Даже только не роняй. Вот, а по-моему, этот побольше. Поймали мы больших крабов. Здоровых. Большие, они действительно большие. У вас видео идет, да? Да, видео снимаю. Вон, у тебя какой? У тебя большой, тоже с ладошкой. Не, у меня поменьше. У меня девушка, вот они. У вас... Да. Поверните его другой стороной. У вас нет, мужик. Это мужик. Да, потому что как различают... Ребят, вы же местные, да? Или как? Нет, я не местный. А вы откуда приехали? Я из Воронежа. А, ясно. А я не, я тоже не местный, я из Москвы. Ну, как бы я не знаю точно, но вот, так ли это на самом деле? То есть... Здесь, если нет икры, значит, это типа считается, что это мужик. Да. Можно если вот икра? А если икра, то вот, типа женщина. Можно, ну, я ладно, я давай. Покажу своим? Не, ну держи, покажи, конечно. Только не забудь его выпустить, потому что, ну, пускай они лучше здесь живут. Сейчас, подожди, все, возьму. Ой, как больно кусается-то вообще, ты прикинь? Он вообще жесткий краб. Ну-ка. Да, только не забудь его выпустить, хорошо, ребят? Да, нам вообще. Ну вот, достали мы крабиков. Ну, с вами был Геленджик Лайф. Подписывайтесь на новое видео. Видео, ставьте лайки. Спасибо, что вы с нами. Всем пока. Как у вас найдет? Вон он сейчас быстро-быстро побежит. Если захочет. Ну, он сейчас замыкается, нет, пока. Все? Все. Под камень. Он под камень. Не, его видит. Ну, потом потихоньку. Отпусти там же, где взяли. Да он туда придет. Смотри, вон он ползет. Он туда пополз. Он туда и пополз, он, да. Он туда и пополз. Ну, к обеду вернется. Жена его ругает. Сейчас за палец как поснет такой. А что это такое розовое? Посмотри. Все, и пополз.